Я думаю, что если бы вы поискали бы во дворце Геленджик, под Геленджиком, там бы, наверное, обыск. Вот мог бы разгуляться наш силовой аппарат и сотрудники правоохранительных органов. Там, наверное, есть что поискать. Ну и, конечно, любимая всеми аквадискотека, про которую уже и песни поют. Я нашел ее правее от парадного входа. Сами строители называют мемную локацию просто фонтаном. Мне же это напомнило скорее какой-то бассейн с местом для бара. Это будет теперь не секрет. Я являюсь бенефициаром. Там достаточно такой сложный был объект. Было много кредиторов, и мне удалось стать бенефициаром. Это находка. Место шикарное. Это шикарное место. Я считаю, оно место прямо располагающее, что там сделать именно отель. Вот. Но вот посмотрите, помните мое слово, я редко ошибаюсь в этом. Пройдет там 1.5-2 года, и я вас приглашу, и вы посмотрите на эту красоту, которая там будет.